Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске «Вестей». И вот о чем расскажем. Праздник Разговения Идаль-Фитр. Верующие мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Во всех мечетях республики прошло коллективное богослужение. В кругу семьи и близких традиции семьи Байдаровых из Ногайского района в Уразу-Байрам. В гостях у известного богослова побывала съемочная группа «Вестей». Насколько серьезно студенты знают Коран и освоили образовательную программу, в Карачаево-Черкесском исламском институте подвели итоги конкурса. Он станет местом притяжения активных и творческих людей, платформой для реализации потенциала. В Черкесске открылся молодежный центр. Сегодня мусульмане мира отмечают Ураза-Байрам. С праздником жителей поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот особенный день наполняет сердца людей светлой радостью, благодарностью и душевным теплом. Позади священный для каждого верующего мусульманина месяц Рамадан, который был наполнен благими делами, чистыми помыслами, искренними молитвами и заботой о тех, кто нуждается во внимании и помощи. Светлый праздник Ураза-Байрам, символизирующий собой нравственное очищение и совершенствование, проповедует гуманизм, милосердие, отзывчивость, стремление к созиданию, духовному росту. Это ценности одинаково понятны и близки представителям всех конфессий нашей многонациональной Карачаево-Черкесии и всей России. Пусть этот праздник подарит много теплых встреч с родными и близкими, добрых пожеланий, мгновений счастья и благодати, процветания и благополучия каждому дому, каждой семье нашей республики, говорится в поздравлении. И сегодня в соборной мечети республиканской столицы сотни мусульман собрались для совместной праздничной молитвы. В коллективном намазе принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, депутаты парламента и члены правительства. В благожелательную атмосферу праздничной молитвы окунулась и наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. Под звуки призыва на молитву верующие с утра спешат на коллективную праздничную молитву. Позади месяц строгого поста, во время которого нельзя ни пить, ни есть от восхода до заката солнца. Несмотря на тяжелые физические и нравственные испытания, для истинно верующих месяц Рамазан проходит легко и быстро. Ураза, как всегда, он очень быстро пролетел, а в этом году особенно. Может быть, погода тому способствовала. Было не так жарко. Но он всегда так быстро проходит. Поэтому имамы во всех мечетях просят людей, чтобы делали добро, творили добро. В коллективном намазе приняли участие глава республики Рашид Тимрезов, сенатор Ахмат Салпагаров, депутаты парламента и члены правительства. Во время праздничной молитвы муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев поздравил собравшихся с праздником, пожелал мира и благополучия всем жителям республики. Также отметил, что традиционные конфессии вместе с органами госвласти проводят в тесном взаимодействии совместную работу по улучшению качества жизни. Свидетельство этому то, что глава республики вместе со своей семьей, с отцом, с братьями были вместе с нами на празднике. Это очень большого стоит, когда власть, верующие вместе. Тогда, иншаллах, Аллаху Тала принимает ихние дуа, ихние молитвы. После окончания коллективного намаза мусульмане поздравляют друг друга с окончанием строгого поста, желают здоровья и благополучия. В этом году, как сейчас муфти подчеркнул, он очень быстро прошел. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей Карачаево-Черкесии, мусульман, которые держали пост и молили Всевышнего о том, чтобы был мир на земле и чтобы до следующего Рамадана в здравии, со здоровьем дожить. Радость, благодать, душа поднимается, приятно, доволен. Всем жителям Карачаево-Черкесии желаю здоровья, счастья. Дома у каждого было приятно, хорошо. И все этот год встретили
в здравии, не болели, живы, здоровы и друг друга вот так поздравляли. Дай Аллах всем здоровья и счастья каждому дому. Сразу по окончании праздничной молитвы принято проведывать родных и близких, угощать сладостями и дарить подарки. Мурат Шентюзов, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Праздник Ураза-Байрам отмечается в течение 3 дней. Традиционно в эти дни люди посещают могилы родных, готовят угощения, дарят близким подарки. Как отмечают это событие в одной из семей аула Адильхалк, узнавал наш корреспондент Артур Мхце. В семье Байдаровых праздник Ураза-Байрам, посвященный завершению священного для мусульман месяца, традиционно проходит в кругу семьи. Родственники посещают кадия Ногайского района Темирбека Хаджи Байдарова, чтобы разделить с ним радость от значимого события. Сегодня, альхамдулилля, праздник, великий праздник из двух праздников. Первый – Айдуль-Фитр, второй – Айдуль-Адха. Этим днем, сегодняшним праздником, мы завершили, альхамдулилля, великий пост, который возвысил, который предопределил нам Всевышний Аллах. В этом доме бережно относятся к традициям. Вот внук Ислам читает Коран дедушке и остальным родственникам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Не отстает от ислама и другой юный чтец священной книги. Уважение к близким, духовное единение, стремление помогать ближнему. Все это уже есть на уровне подсознания. Этот день у нас в семье занимает очень высокую место, почетное место. Вот. В этот день, иншаллах, соизволение Всевышнего Аллаха, семья моя, иншаллах, читаем Коран, делаем дуа по живым, по усопшим, иншаллах. Вот как-то вот выделяем этот день. В день празднования Ураза-Байрам мусульмане в молитвах благодарят Всевышнего, потому что в священный месяц дает им возможность испытать божественное благословение. Артур Мхцелек Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район. В течение 2 дней в Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифа проходил конкурс по чтению священного Корана наизусть. Студенты исламского вуза состязались в 3 номинациях. Знание наизусть 30-я часть священного писания мусульман. Члены жюри – преподаватели известного исламского университета в мире Аль-Асхар в Египте оценивали не только познание аятов Корана, но и грамотное чтение и произношение с соблюдением правил. Ректор Карачаево-Черкесского исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев подчеркнул важность проведения таких конкурсов. Они определяют, насколько серьезно студенты готовились и освоили образовательную программу института. Знание этих дюзов имеет большое значение как для них самих, когда они отсюда выйдут, чтобы они как минимум знали уже 40 листов, то есть 80 страниц наизусть. У нас были и те, которые знали Коран наизусть, и те, которые знали половину, но так как у нас большинство учеников были ориентированы на последние 4 дюза, мы решили ограничиваться 4 дюзами. Всего участников было 40 участников. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о молодежном центре, который открылся в Черкеске, о неделе детской книги и дзюдоистах республики, которые принесли медали. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем будут порывы до 15-18. Температура ночью плюс 5-10, в горах минус 1, плюс 4, а днем 15-20 выше нуля и местами до плюс 10. В Черкеске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 18. Температура ночью 8-10, днем 17-19 градусов тепла. Студия звукозаписи, досуговая комната, кабинет движения первых – и это еще не все. В Черкеске открыли молодежный центр. Он станет местом притяжения активных и творческих людей, платформой для реализации их потенциала.
Какие возможности для реализации предполагает новое современное молодежное пространство? Расскажет Альбина Ламкова. Вообще мечтаю стать защитником нашего Отечества. И поэтому нужно продвигаться, учиться сразу, чтобы постепенно. Хочу, врачом. Врачом. Военным врачом, да? Я хочу быть тоже военным, и поэтому занимаюсь. Мне это нравится с детства. Веля Татаран и Екатерина Еременко занимаются стрельбой не первый год. Относятся с большой ответственностью к занятиям. Когда пуля вылетает из ствола, ничего уже поменять нельзя. Занятия спортивной стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, выдержку, наблюдательность и волю к победе. Главная цель – попасть в мишень. В центре есть все необходимое для проведения мероприятий в сфере молодежной политики. Развитие кадрового потенциала молодежи республики, организована и площадка по развитию молодежного добровольчества, где созданы все условия для волонтерской деятельности. Участвовал в многих мероприятиях. Хочу сказать, что данный центр дает большие возможности. Например, я в социальном плане выросла, то есть я стала более коммуникабельная, я научилась презентовать себя. Многие мероприятия дали мне реализовать себя и понять, кем я хочу быть в этой жизни. И считаю, что этот центр может помочь многим ребятам реализоваться. Здесь, в центре, функционирует региональное отделение движения первых, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», конференц-зал, музей и актовый зал, где проходят встречи и мастер-классы с успешными людьми республики. Когда уже зашел в борцовский зал, оттуда уже выйти было невозможно. Поэтому, как говорится, раз и навсегда. А если ты занимаешься тем делом, который любишь, у тебя в этом деле всегда будет результат. В молодежном пространстве предусмотрена и комната отдыха, есть студия звукозаписи, еще многое для полноценного развития, воспитания и реализации молодых людей региона. Для комфортного пребывания проведен капитальный ремонт во всех кабинетах, установили современное оборудование. В этом убедились гости, которые пришли на торжественное мероприятие. Открытие центра стало возможным благодаря программе Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». Новое современное пространство для развития молодежи запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта образования. Заработал центр в рамках года молодежи, объявленного главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Созданы хорошие условия для того, чтобы вы здесь не только приобретали определенные навыки, но и для того, чтобы вы имели определенную точку роста профессионального по тем или иным направлениям. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Неделя детской книги торжественно завершилась в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Дети узнали историю возникновения Книжкиных именин, уверенно отвечали на вопросы о названии любимых книг, литературных героях, писателях. Также ребята приняли участие в литературной викторине. На выставке школьники познакомились с новыми современными авторами и книжными сериями. На ней представлен большой выбор книг: детективы, приключения, фантастика, сказки. В течение всей недели звучали стихи о книге, о библиотеке, пословицы, крылатые выражения, веселые песни. Юные друзья, читатели с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, конкурсах, мастер-классах, которые организовывали работники библиотеки. В этом году неделя детской книги была посвящена году семьи. Спортивные вести. Две медали в активе дзюдоистов Карачаево-Черкесии. По итогам всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти мастера спорта СССР, заслуженного строителя России Юрия Борисовича Федорова, которые прошли в Челябинске, Исмаил Махожев и Стефания Кириллова из нашей республики завоевали бронзовые медали. Их тренируют Азамат Охтов, Марат Абитов, Тимур Наптугов и Аюб Шмахов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Алла Такси». Всего доброго и до встречи в эфире.